Как правило, под неформальной занятостью подразумевается любая трудовая деятельность, основанная только лишь на устных договоренностях. По данным Росстата, за последние несколько лет неформальная занятость занимает до 10% всего трудового рынка страны. Около 17% предпринимателей работают в темную. Они не платят налоги, не афишируют свою деятельность и нарушают базовые права своих работников, которые получают зарплаты в конвертах. Активная борьба с теневой занятостью идет в администрации Сочи с апреля. Согласно поручению краевой власти, до конца года в Сочи нужно выявить и официально трудоустроить порядка 16 тысяч человек. На сегодняшний день работа выполнена на 62%. Парадоксы, когда живет семья, воспитывают детей, никто в семье не работает. Люди за счет чего-то живут, поэтому, конечно, это какие-то пережитки, это беда для любого общества, это очень нехорошо, потому что это всегда приводит к напряжению в обществе. Добавлю, на сайте администрации города Сочи указаны номера горячих линий 8 862 264 30 15 и 8 800 1007 507, по которым граждане, работающие без трудовых договоров, могут обратиться для консультации и оказания помощи.